19 июля с обеда уже, с 12 сломался какой-то предмет, и бульдозер стал. Здесь он и ночевал. Это второго мостика находимся. Такое название. Какого мостика? Нет, дамбы. И вот он вчера, начальник Черешов Валерий Владимирович, приехал. Деталь привез эту, как шестеренка. А оказалось, что все для бульдозера, но для новой модификации, а ему надо для старого. И он вчера день не работал, и сегодня вот 3.30, ну 15.30 только начало работы, первый рейс толкнул. Так новый. Хотя есть поговорка, говорит, на лещеном коне далеко не уедешь. Вот. Нас подкармливает, приезжает Никита. Вот он приезжал сейчас. Ему корзины привозят всего. Ну, сегодняшний день люди готовят. Садится, пытается. Мой велосипед там брошенный стоит. Громушка гремит. Уже 3 раза дождь шел сегодня. Ну, небольшой дождь. Тучка. Вот она. Пройдет. Ну, видно, вот по горизонту-то какая, какие тучи-то. Кучевые. Я не могу налюбоваться. Все время любуюсь, стою. Какие тучи. Живым дано это понять, а умершие ничего не видят и не знают, как написано. То есть имеется в виду мертвецы, не души. Вот оно как. А вот откуда громушка гремит. Одна туча потемневшая. И сеет дождь. Там высоковольтная линия идет на бугре. Вон там, видать, столбы стоят. Лесополосы. Ну, это теперь, наверное, Ермачихе принадлежит поле. Это все принадлежало Потеряевке. Все, окрест это Потеряевская. А это вокруг нарыто. Когда-то бульдозером делали насыпь тут. Удлиняли вот вокруг. Все в этих траншеях. Ага. А это мы с Никитой сейчас были, поставили палатку мне от жары спасаться. Но она и от дождя маленько спасает. Тут рядом кусты. Кусты он привез на жопку топор, выпилили. Тут у меня с собой есть, принес мне отдельно. Пятница сегодня постная. Тракторист обедает отдельно. Но сегодня вышел, подошел ко мне и сел рядом. Ну, свой дастархан у него, клеенка. Мощная техника. 17 с лишним тонн весит. Сегодня 21 июля 2017 года, пятница. Никита спрашивает, костер будет? Я говорю, кого? 5 ребятишек там осталось. Ну не 5, там больше чуть. А деревенские плохо ходят, меньше ходили. Они в волейбол играют. И вот там видно, дождь идет. Дождь. Мне надо сапоги сейчас надевать. Я и босиком хожу все время. Ну, так, привык уже ходить босиком. А тут траншея. Иногда охота посидеть. А как сидеть-то неудобно. Взял лопату, я весь инструмент отправил, а вот сейчас спускаюсь в эту траншею. Когда-то бульдозеры тут ходили, ну небольшие бульдозеры. И вот я себе выкопал, а то я, ну, на уровне груди больше метра, больше. Вот сидеть, но для ног, второе для сидения, а эту палатку стелю, шея туда откинулся маленько посидеть. Ну и вот он рядом тут, бульдозер. Я должен ставить время. Когда заправляется, это не в счет. Ремонт не в счет. В счет то, что он затрогается с места, с деревни. Трогается и поехали. Вот это счет. Уже рабочее время начинается. Громушка гремит. Наш Господь. Сила всемогущая. Как немощен человек, как зависим от всего. Мы говорим от природы, а природа-то от Бога. Вот оттуда сейчас идет дождь. Мне надо ноги помыть. Обуться, сапоги. Пошел.